Je pense qu'elle est venue. Salut à tous. Армысыздар, қазір менде теледидар көрермендері, Әкім сағаты подкаст форматындағы кезекті хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біз хабарымыздың барысында Ақсу қаласының әлеуметтік экономикалық тыныс-тіршілігімен таныс боламыз. Хабардың тізгінде мен Сандық Оразалиев және менің әріптесім Гүлмира Бақтиярова. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы, как обычно, работаем в прямом эфире. Телефон в студии 339035, код города 8718-2. Ждем активного участия жителей города Аксу и его сельской зоны. Нұрлан Шайхислам, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді сізге қоя бірінші сауалымыз, халық үніне құлақ асатын мемлекет бұл жергілікті атқарушы органдардың ел тұрғындарымен қарым-қатынас қалыптастыруға бағытталған негізгі тұжырымдама екен барымызға белгілі. Сіз халық үшін қаншалықты ашықсыз және жеке кездесулерді қанша жиі өткізесіз? Ақсу тұрғындарымен сіз тікелей диалог жүргізе аласыз? Қайырлы кеш. Мен халық үніне ашық мемлекет тұжырымдамасын толығымен қолдаймын. Енді өзім халықпен тәуелкел бой байланыстамын. Әр 90-да әр ауылға барып жеке кездесуімізді өткіземіз. Енді әр аптада бейсенбі күні сағат 10-да мен жеке қабылдамды өткіземін. Инстаграм арқылы менің өзімнің жеке парағым бар. Личный аккаунт дейміз. Соның қала тұрғындары, ауыл тұрғындары маған тікелей жеке парақшаңызға өзінің сауалдарын жолдайды. Жазады, мен тікелей байланыстамын. Нұрлан Шайхисламович, мы знаем, что в этом году прошли в первый раз выборы, прямые выборы акимов районов и городов областного значения. На следующий год эта выборная кампания будет продолжена. Вы насколько готовы к ней и есть ли уверенность, что вас выберут? Ну, прежде всего, это зависит от результатов моей работы на посту акима города Аксу, от доверия жителей. Они видят, видя как результаты работы. Я уже сказал, что мы каждый квартал, я выезжаю в села, в городе Аксу, в микрорайоне Аксу провожу отчетные встречи, отчитываюсь о проделанной работе. На отчетных встречах, на личных приемах, ежедневно ко мне на личную страницу, на инстаграм-странице поступают десятки обращений, сотни обращений, можно сказать, по любым вопросам. И по всем поднимаемым жителями нашего региона мы стараемся дать обратную связь. Это, прежде всего, в первую очередь, реализация принципа слышащего государства. Это те задачи, которые ставят перед нами, перед местными исполнительными органами, глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. И стараюсь быть всегда на прямой связи с населением и стараюсь оперативно решать все поднимаемые жителями вопросы. И от результатов работы зависит и доверие жителей, потом насколько они... У вас немного такой вот разбросанный район, да? Такой, в разные стороны. Можете ли вы с уверенностью сказать, что знаете все проблемные вопросы вашего региона? Ну, за время своей работы я практически побывал в каждом уголке нашего региона. Практически знаю все проблемные вопросы, которые волнуют жителей нашего региона. И у нас по каждому вопросу есть своя определенная дорожная карта. То есть вопросы освещения, вопросы асфальтирования дорог, вопросы водоснабжения, вопросы благоустройства. Там все, любой вопрос, у нас уже четко группируются данные вопросы, и мы над решением каждого вопроса по каждому участку, по каждому, будь то это микрорайон в городе Аксу, или это будет какое-то отдаленное село, или Сарашаганак, или Акжол, или Курколь или Сарлакала, мы уже практически знаем все вопросы, понятно, которые что нам нужно решить. Все вопросы вы, наверное, невозможно, чтобы вы сами лично отрабатывали, но вы требуете от ваших подчиненных, чтобы это было все оперативно. Да, здесь немаловажным, один в поле не воин, и я думаю, у каждого акима должна быть команда единомышленников, команда, которая руководителей, которые работают над решением всех поднимаемых вопросов. У нас
Вот в прошлом году я 17 марта заступил на пост главы региона, и мы провели точечные кадровые, значит, изменения, значит, на ключевые посты по вопросам жизнедеятельности, обеспечения жизнедеятельности города. Вот, допустим, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, вот у нас новый приступил, руководитель отдела жилищной инспекции, руководитель коммунального предприятия. Это все местные кадры, местные жители, которые круглосуточно занимаются решением всех поднимаемых жителями вопросов. Вакантные места есть у вас? На сегодняшний день практически у нас порядка 5 вакантных мест, но это связано с текучестью определенно. Нурлан Шайхислам, біздің хабарымыз тікі эфирде болғандықтан бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар деп режиссерлер айтып отырған екен, сондықтан да телефонды қабылдасақ. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Здравствуйте, Нурлан Шайхисламович. У меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, обратите внимание на детскую площадку во дворе домов по улице Ауызова 47, Астана 5, Ауызова 51. У нас там очень много детей. Вот там, знаете, вот там очень много вот этих старых качелей, горки. Да уже, по-моему, по городу уже нигде не остались. У нас много маленьких детей. Убедительная просьба, пожалуйста, поставьте нам новую детскую площадку. Спасибо вам большое. Ну, очень актуальный, хороший вопрос, который волнует наших жителей практически каждого дома. У нас хотел бы отметить, что в городе Ахсу насчитывается порядка 126 дворов. Из них половина дворов благоустроены, но 62 двора до сих пор требуют благоустройства. Ваш двор я хорошо знаю, я практически побывал в каждом дворе, везде хожу пешком, сам смотрю, со мной мой заместитель Марат Балтавазин, мой руководитель отдела ЖКХ Пивит Карач Азаматов. По каждому двору у нас уже четко есть представление, что где, в каком дворе нужно сделать. И этот двор я знаю за магазином Айгерим, я там был. И в следующем году, вот у нас поэтапно, мы в прошлом году благоустроили 26 дворов, на следующий год на областной бюджетной комиссии я защищал проекты, и акимом области Асаем Хондовичем Байхану была поддержана наша просьба по выделению средств областного бюджета на благоустройство 16 внутридетских площадок. Ну, пользуясь случаем, я, наверное, думаю, этот вопрос волнует, как я уже сказал, многих жителей, да, нашего города. И хотел бы, если можно, озвучить те дворы, чтобы жители знали, что в следующем году какой двор будет благоустроен. Хотите детский, немножко о планах рассказать, да? Да, о планах. Значит, как я уже сказал, с областного бюджета поддержано финансирование на благоустройство 16 детских площадок внутридворовых территорий. И на эти цели предусмотрено финансирование 292,4 миллиона тенге. Здесь у нас планируется благоустройство дворов: улица Ауэзова 21-29, улица Мамошолы 1, улица Маметова 7, улица Камзина 32, улица Астана 12, Ауэзова 55, тоже аналогичный двор, брат-близнец, как у Астана 5, Ауэзова 47. Тоже ничего нет, там еще 20-летней давности детские площадки там. Улица Маметова 30, улица Ауэзова 5-7, улица Пушкина 24, улица Астана 32, улица Ауэзова 73, улица Желтухсан 21. 25. Я часто хожу через этот дом, тоже практически уже там 30 лет назад, наверное, когда детскую площадку делали. Улица Астана 32, улица Камзина 26, улица Ауэзова 57 и улица Доспанова, дом 28. Вот 16 дворов, которые будут в следующем году у нас благоустроены. Жалпы енді қазір таңда осы тұрғындардың көптеген қойып отқан сауалдары жеке қамның басы емес. Яғни, мысалы, біреулер сұрайды, осы жаңағы аулағы ойын алаңдарын салып берген есіп, жалпы сен былтырғана жұмысқа осы қызмет келдіңіз, қазіртан да халықтың көп ойланды толғандыратын мәселелері қандай? Ол сол көбіне ауларды абаттандыру, соның көшелерді жарықтандыру,
біз жаяу жүргіншілер салып жатырмыз. Ақсу шағын ауданда жаяу жүргіншілерінде жұмыс жүргіздік. Сон бізде біздің жүргіншілер жол мәселесі көтеріп жатыр. Көбіне толғандыратын қазір көпшіліктің қоғамға керек қажет нәрселер дейсіз ғой. Бізге қоңырау шалған келесі көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Добрый вечер, слушаем вас. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мамай Томаров округі Сырғалы ауылының тұрғынымын. Жалпы ауылдарға көп өзгерістер жасалып жатқанын көріп жатырмыз. Бірақ біздің ауылда ешқандай өзгеріс жоқ. Біздің ауылда, яғни Сырлы қалада қандай жұмыстар жүргізу жоспарда бар? Былтыр жыл мен осы студияда болғанда маған Сырлы қаланың тұрғыны кіребе жолын мәселен көтерді. Сон біз ағымдағы жылы кіребе жолын жөндеу жұмыстарын бітірдік. Келесі жылы біз осы Сырлы қала ауылда мен үш күн бұрын болдым. Келесі жылы біз ауылішілік жолдан жөндейміз. Сондай жоспарымыз бар. Осы қалада кілеттейсіз осы ауылда? Да, осы Сырлы қала ауылда. Хотелось бы, чтобы вы продолжили как раз таки тему благоустройства. Вы озвучили дворы, это в городе все. Но у вас еще есть большая сельская зона. Вот как будут благоустраиваться села на следующий год? Ну, вы правильно заметили, у нас должен быть баланс. Не только, как мы не делим, городские дети, сельские дети, да, но когда я выезжаю в села на отчетные встречи, встречаюсь с жителями, жители сельской зоны также у нас поднимают вопросы по асфальтированию дорог, уличное освещение, значит, и в том числе по благоустройству детскими площадками. Тоже хотят площадки. Мы, допустим, вот в селе Акжол благоустроили парк. Тоже была территория необлагороженная. Мы, значит, ее огородили. Внутри поставили детскую площадку. И теперь у нас жители просят так же, как хотят, как в городе. Наши старейшины даже мне видеообращение записали, чтобы им установили уличные тренажеры. В селе Калкаман также долгое время были проблемы, то не устанавливали детские площадки. Мы, значит, сделали там, у нас есть четырехэтажные дома, и мы в этом году построили футбольное поле, там благоустроили парк, там у нас есть воин-интернационалист, недавно отмечен свой юбилей, Арман Садвакас. Он вышел с инициативой. Мы, значит, на постамент водрузили бронетранспортер, он сохранил. Сейчас там планируем в следующем году детскую площадку поставить. И также в определенных частях есть у нас уже определенные, значит, места, где мы будем благоустраивать детские площадки. Также вот хотел отметить Канаш Камзина, село Жолкудок. Да? Жолкудок. Там тоже парк сделали. В селе Алгабас благоустроили парк. Там тоже детские качели поставили. Ну, практически мы с прошлого года эту работу уже ведем. И уже в каждом селе мы уже благоустраиваем обязательно детскими площадками. Теперь уже у нас же, допустим, в каждом селе есть определенные районы, уже мы закрываем, уже в одном видят, что есть районе детских. Другие теперь уже жители уже других уже районов просят, чтобы у них тоже. Жаңа сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, бізге ауыл тұрғындары да бейне сұрақтар жібереді деп, видео вопростар деп. Бізге де мына сіздердің Ақсу қалалық тұрғындарынан осы жол мәселесіне байланысты бейне сұрақ жібереді, соған назар аударсақ. Сәлеметсіз бе, құрметті әкім, мен Еңбек ауылының тұрғынымын. Мына кіреберіс жолды жөндеп бердіңіздер, енді ауылдың ішіндегі жолды жөндеп берсеңіздер жақсы болар еді. Өте жақсы сұрақ. Енді былтыр жылынан бастап осы Еңбек ауылына халықпен тұрақты кездесуімді өткіздім. Сон оны ең маңызды көтерген сұрақтар ол осы жол мәселесі и көшелерді жарықтандыру. Сон ағымдағы жылы біз мен айтқандай ағымдағы жылы біз кіребе жолын
жөндөө жумыстарын жүргүздүк биыл. Келесе жылы биз Енбек ауылыбыз ауыл ел бесігі бағдарлама кірді. Сонда біз 230 миллион қаражат бөлді бізге көшелерді асфальт төсеуге. И көшелерді жарықтандыру жұмыстарын жүргіземіз. Су мәселесін көтерді. Біз су мәселесін шештік. Су үш көшеге су тартылды. Яғни ауыл ел бесігі бағдарламасы мен бұл ауыл, мысалы, жаңа өзіңіз айтып кеткен ауылға кіріп, бәрімен бір толығымен бір жылдың ішінде бәрін аяқтаймыз дейсіз ғой. Жалпы енді мындай жақсы сұрақ келіп отыр. Ақсу шағын ауданында тұрғындардың бірнеше жыл бойы халық арасында 6-шы ауыл деп аталатын орталық жылу мәселесі көтеруде. Шағын аудан осы бөлігіне жылумен жабдықтау қашан және қалай жеткізуді жоспарлап отырғаныңыз туралы айта кетсеңіз. Ол өте маңызды, өте өзекті, күрделі сұрақ. Мен әр тоқсанда осы Ақсу шағын ауданға барғанда, осы бізде поселок ГРЭС дейді ғой, соған қала тұрғындары осы мәселені көтеріп жатыр. Соған осы сұрақ шешу үшін біз жобалық сметалық құжаттама дайындадық. Соған осы үйлерге жылу қосу үшін көп қаражат керек. Қалық бюджетте қаражат сонда жоқ. Оның жобаның құны 3-3 миллиард теңге. Ол да облыс бюджеті қиын. Ол республикалық бюджеттен біз экономика министрлігіне бюджеттік өтінім жібердік. Сон қарастырса, біз соның жобаны іске асырамыз. Раз вы коснулись темы отопления, хотелось бы спросить в целом по отопительному сезону. Какая подготовка была проведена? В целом, в целях предотвращения, да, каких-то аварийных ситуаций, значит, мы, учитывая опыт, ошибки, значит, проблемные участки изучили. И, как говорится, готов сани летом, телегу зимой, мы уже с весны начали подготовку. Значит, выделили с городского бюджета порядка 110 миллионов тенге. Значит, отремонтировали, где у нас места. У нас недавно с рабочей поездкой был глава нашей области Асен Куаныч Байхан. Мы ему презентовали, мы карту города расчертили. И каждый порыв отмечаем, и где у нас сети, где наиболее изношенные, мы отремонтировали в этом году. Значит, заменили порядка 69 запорной арматуры, выделили средства, значит, провели гидравлические температурные испытания сетей. Значит, до этого мы проводили только магистральные, значит, гидравлические испытания, но в этом году мы решили проверить и внутриквартальные, чтобы не было каких-то форс-мажорных, да, обстоятельств. Значит, у нас за время гидравлических испытаний выявилось 19 порывов на магистральных и внутриквартальных сетях. Мы их все оперативно устранили и стараемся, чтобы постарались, чтобы в первую очередь подать тепло в этом году. Мы раньше с 26 сентября подали. Ну, осень, вы все знаете, да, была теплый. Такая теплая. Мы социальную сферу объекты подали, и со 2 октября начали отопительный сезон многоквартирные жилые дома. С начала отопительного сезона у нас выявилось 4 порыва. Значит, мы их также устранили. У нас перестроили работу коммунальных предприятий. Ежесуточно у нас дежурят 3 круглосуточно. Значит, дежурят 3 аварийные бригады, готовые на устранение любых проблем, да, возникших вот в ходе отопительного сезона. В прошлом году такого не было, да? Ну, мы, да, здесь перестроили работу. Угу. Здесь, я, как сказал, и руководителя предприятия поменяли. И организовали круглосуточный колл-центр. Вот жителям нашего региона, чтобы не искать, я вот обратил внимание, допустим, вот недавно... У нас, когда с 18 на 19 ноября был сильно ураганный ветер по Ахсусскому региону,
скорость ветра превышала 32 метра в секунду, и много было, значит, повреждений, и кровель и на крышах зданий, и автобусные остановки переворачивало. И когда возникает какая-то чрезвычайная ситуация, то люди начинают искать ночью, допустим, какая-то, да, куда или звонить? Куда звонить. И вот начинают искать аварийное или КГП тепловик, или аварийное водоканало, или аварийное АРС, Аксусский РС. И у нас вопрос, все жители звонят, пишут, вот невозможно дозвониться, допустим, было в АРС, когда во многих селах, у нас практически 80% сел, нарушилось электроснабжение. Оказалось, сломался номер, был на повреждении, никто не отвечал, а люди не могли дозвониться. Мы сейчас организовали круглосуточную службу, значит, в здании Акимата телефон города. Телефон назовете? 20-200. Номер единый колл-центр, он находится у меня в приемной. И в течение суток, вот с утра до вечера, организовано круглосуточное дежурство. И утром у меня сводка по всем, я уже в курсе, где какие проблемные вопросы по всем сетям. Или будь это тепловые, или будь это водопроводные сети, будь это электрические. По любой проблеме можно звонить? По любой проблеме можно звонить на этот номер. 20-200? 20-200, да. Очень удобно, в принципе, да. И вы все видите, и да? Быстро запоминается, то есть здесь можно оперативно. Ну вот Аксу, насколько я знаю, все равно нужна новая котельная, да? Мы сколько лет ее ждем? Вот что сейчас происходит на ней? Да, хотел бы отметить, вот, что в последнее время у нас город расширяется, появляются все новые объекты, строятся дома, активно идет жилищное строительство, и значит, активно развивается у нас индивидуальное жилищное строительство. И здесь действительно необходимость расширения тепловой мощности, чтобы и новая котельная у нас, как вы знаете, уже оно давно обсуждаемая тема. Значит, в настоящее время ситуация по новой котельной была, когда мы проводили пусконаладочные работы, у них, у подрядчика ТО КБИ Energy, возникли проблемы с золоудалением, ну, золошлаковых отходов. И они самостоятельно, вне проекта, установили на котлы дробильные аппараты. То есть их закупили в России, им по рекомендации, но, значит, любая проверка, она бы завтра нам бы выписала бы как это, как нарушение, если оно не прошло государственную экспертизу. Мы поставили условия перед подрядчиком, чтобы это все оборудование прошло государственную экспертизу, получили заключение, и уже потом они должны были приступить к пусконаладочным работам. Значит, они все это, всю работу провели. Провели государственную экспертизу этих дробильных аппаратов, все согласовали, получили заключение. Теперь, пока они этим вопросом занимались, уже наступил ноябрь, уже конец октября. Опять не успели к отопительному сезону. Мы не стали рисковать прохождением отопительного сезона, то есть здесь работает одна котельная, здесь мы испытываем вторую, и это может наложиться завтра во избежание там нарушения гидравлического режима. Мы приняли решение отодвинуть сроки пусконаладочных работ, пройти в спокойном режиме отопительный сезон 2023-2024 года. И где-то с конца, где-то в апреле месяце мы дадим им возможность, останется там неделя-две, мы до окончания, и уже они приступят к пусконаладочным работам. То есть есть надежда, что к следующему, да, отопительному сезону. Да, и я думаю, апрель, май, июнь у них будет возможность провести технические испытания котла агрегатов, и будем потом уже все параметры отслеживать, насколько они, значит, будут выполнять те условия, которые прописаны в техническом задании. Ну, надеюсь, на следующий год мы опять у вас спросим, да, этот вопрос. И у нас есть телефонный звонок, давайте примем. Салям отца, тыңдап тұрмыз. Алло. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, добрый вечер, Нурлан Жахламович. Во дворе домов
улица 16, Ленина 16, много места, а ничего не делается. У нас тут такая проблема. Дети бегают играть в футбол в другие дворы. Можно нам футбольное поле поставить, пожалуйста? Прошу вас, как родитель, вы, наверное, меня понимаете, нам будет спокойнее, когда дети будут на глазах. Ну, хороший вопрос. Ленина 16, я там был, с жителями встречался, но не сказал бы, что ничего не делается. Мы, когда встречался с жителями, мы действительно ничего не было. Ни детской площадки, там были вопросы по благоустройству двора. И да, я в курсе, что дети бегают в другие дворы, там рядом ничего нет практически. Значит, там были еще просьбы жителей, это мы посыпали щебенка, было неудобно, к мусорным контейнерам подходы. Значит, в этом году мы детскую площадку там сделали, значит, защебенили дорогу к этим мусорным, к мусорной площадке. И на следующий год в планах, я даже озвучивал у нас, у нас здесь он не вошел, мы ее за счет средств городского бюджета. Ленина 16, двор у меня на контроле. И в следующем году мы постараемся футбольное поле в этом дворе построить. Ну, вы действительно все дворы знаете. Нурлан Шейхсанова, жалпы, жаңа өзіңіз айтып кеткенде, ауыл тұрғындарының қазір толғандыратын мәселелері көбіне жол мәселесі жарықтандыру. Бізге де келесі бейне сұрақ, үштерек ауылының тұрғындарына бейне сұрақ келіп түскен еді, соны назар аударсақ. Мен Үштерек ауылының азаматы, есімім Нұржан болады. Ауылда шешімін таппай отырған бір қатар мәселелер бар. Солардың бірі Үштерек Ақсу тас жолын жөндеу қажет. Ауылымызда 1600-ден астам халық тұрады. Өзімнің және ауыл тұрғындары атынан осы мәселеге зер салып шешіп беруіңізді сұраймыз. Өте маңызды сұрақ. Үштерек ауылында бізде 1600 астам халық тұрады. Сон ең маңызды сұрақ ол жолдың мәселесі. Кіреберіс жол. Да, жол мәселесі. Оның ұзындығы 7 шақырым. Мен облыстық бюджет комиссияда облыс әкіміне баяндама жасағам. Ол Үштерек ауылын жеке мәселен көтерген. Оның осы ауылда ескі фельдшерлік акушерлік пункты. Келесі жылы Үштерек ауылында фельдшерлік акушерлік пункты саламыз. Облыс әкімі Асайын Қуандықұлы қолдады біздің ұсынымызды. Біз жобалық сметалық құжаттама дайындадық, бірақ қаражат болған жоқ. Оның қаражат осы кіреберіс жолын істеу үшін 300 миллион астам қаражат керек. Ол облыс бюджеттен қаражат бөлінеді. Келесі жылы осы сұрақты жабамыз. Осы Үштерек ауылына жақсы 7 шақырым асфальт төсеміз. А по программе АОЭЛ без еще какие села будете заходить на следующий год? Вот хотел бы отметить, благодаря программе АОЭЛ Ельбисега, инициированной главой нашего государства, да, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, мы хотел бы отметить, в Ахсурском регионе очень много вопросов закрыли. И, допустим, в текущем году мы реализуем 13 проектов. Это вот села, селе Досток. Полностью заасфальтировали внутрипоселковые дороги. Капитально отремонтировали уличное освещение. В селе Пограничник все дороги практически заасфальтированы. Значит, по программе АУЛ Ельбесега строится спортивно-оздоровительный комплекс. Построен фельдшерско-акушерский пункт. Капитально отремонтировано уличное освещение. В селе имени Канаш Камзина полностью заасфальтированы все дороги практически, но там остались, но мы их потом за счет средств городского бюджета закроем эти вопросы постепенно. Значит, капитально отремонтировано уличное освещение, отремонтирована футбольная площадка, спортивная площадка и в сельском округе Канаш Камзина у нас также по программе АОЛ Ельбесега строится спортивно-оздоровительный комплекс в селе Алгабас и в селе имени Канаша Камзина. Когда планируете закончить эти работы? Значит, ну, у нас в
трех селах мы все дороги заасфальтировали, как я уже сказал, уличное освещение отремонтировали. Фельдшерско-акушерский пункт мы в течение месяца ведем в эксплуатацию. Сейчас идут приемы сдаточные, подписываются акты приема объекта и приема сдаточные документы. И в следующем году планируем ввести в действие 4 ФОКа. Вот они у нас двухгодичные переходящие проекты. Да, в следующем году мы планируем их завершение. Бізге қоңырау шалған келесі көрермен тыңдасақ, сәлеметсіз тыңдап тұрмыз. Добрый вечер, Нурлан Сайтхамович. Спасибо вам огромное за преображение нашего города, за яркие дома. У меня такой вопрос. Будет ли устанавливаться подсветка на дома и здания? В ночное время очень не хватает подсветки зданий. Вот, жители говорят о наболевшем. Это действительно актуальный вопрос. Вот, сам много хожу. Утром, когда вечером, когда объезжаю город, и действительно хочется еще более, значит, побольше света. Вот, как Павлодар, у нас же красиво, когда с Аксу вот, заезжаешь. Все познается же, когда даже в Павлодар заезжаешь, все горит, все сверкает. Ну, про Астану вообще нет сравнения. И действительно, в Ахсу у нас по уличному освещению, особенно внутриквартальное освещение, особенно вопросы жителей поднимают, это по где близлежащая территория к школе, к школам. Мы все это анализируем. Значит, в этом году ко многим школам, к 4-й школе, к 7-й школе, к 8-й школе мы сделали тротуары. Теперь планируем сделать освещение и ведем работу по покраске фасадов домов и параллельно, значит, ведем работу по подсветке зданий. Ведем работу с объектами предпринимательской деятельности. Но у нас предприниматели неохотно идут. Мы убеждаем, говорим, что это на благо города, чтобы это свои же объекты сделать подсветку. Но тяжело идут на это, но в этом году вот подсветку Ауэзова 81 сделали. Значит, на въезде мы покрасили микрорайоне Ахсу. С левой стороны у нас дома были в таком неприглядном виде. Мы в этом году покрасили их и подсветили два дома вблизи дороги, подсветили башню. Ее тоже сделали мурал, и сейчас уже совсем другой вид. И действительно, правильно заметили, если уже каждое здание у нас будет ярким, красивым, это в целом это будет такой единый архитектурный ансамбль, и это визитная карточка нашего города. Как раз хотела спросить по инициативе жителей города Аксу. Я знаю, что у вас, как в моногороде, реализуется проект Туан-Кала. Это инициатива именно людей. Насколько активны? Вот программа Туан-Кала, я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить компанию ЕРЖИ за ее чуткое, бережное отношение к городу Ахсу, к Ахсусскому региону, присутствие компаний в нашем городе. Это два предприятия, Евразиатская энергетическая корпорация, это Ахсусский завод ферросплавов, это работники. Можно сказать, это 70% численности населения города – это работники, семьи, родственники, которые работают на этих предприятиях. И компания ESG была уже третий год реализуется программа Туан-Кала, и она постепенно набирает обороты. И, значит, в 2022 году по результатам предложений 2021 года мы реализовали 16 проектов. Ну, в 2023 году мы реализовали 12 проектов. Участвует вот в 2021 году 96 человек, отобрали 16 проектов. В 2022 году участвовали 91 житель, отобрали 12 проектов. В этом году уже 147 участников. Еще активнее. Да, мы отобрали порядка 90 проектов, но это жители сами выбирает те проекты, которые
они, за которые они голосуют, и общим голосованием уже выбирают самые лучшие предложения по реализации данных проектов. Ну, на каждый проект выделяется 12 миллионов на реализацию проекта. Но хотел бы отметить, как одни из таких знаковых, или которые вот нашли хороший отклик у жителей нашего города, допустим, это благоустройство городского пляжа. Мы совместно, значит, в тандеме с Евразиатской энергетической корпорацией, у каждого проекта есть свои капитаны, которые инициировали этот проект, потом и сопровождают. До конца, да. И вот долгое время, допустим, в городе Ахсу у нас отсутствовал городской пляж. И вот по программе Туган Кала мы в прошлом году была территория, берег, который там зарос камышом, он уже начал превращаться в болото. И мы, значит, попросили, я тоже уже благодарил нашего президента АОЕК Дюсен Армеши Мергалиев, который откликнулся на нашу просьбу. Совместными усилиями мы полностью облагородили дно, береговую линию, значит, установили навесы, лежаки, инклюзивный пляж сделали, заасфальтировали дорожки. Дальше мы в этом году продолжили, закольцевали от дома престарелых набережную. Теперь в следующем году мы планируем освещение на набережной. И это одно из любимых мест отдыха, в настоящее время. А есть отдыха. Возможность сделать сцену, как у нас в Павлодаре? Ну, мы, у нас есть уже сцена на набережной. Там мы проводили Ахсу Толкыны фестиваль, тоже с весны до сентября. Но потом площадку перенесли в городской парк культуры и отдыха. Ну и локации уже в двух местах мы проводим уже наши городские мероприятия. Жалпы біздің неңізге байланысты, және осы сұраққа байланысты ауыл тұрғындарында мындай бейне сұрақ келмес, оны назар аударайықшы. Бейне сұрақты берсеңіздер. Здравствуйте, уважаемые Аким. Меня зовут Фахрудинова Светлана. У нас в парке в 4-м микрорайоне в этом году установили перголу. Сделали классное, красивое освещение. Но часть, которая находится напротив поликлиники, раньше там были аттракционы, сейчас там ничего нет. Просим вас сделать аттракционы новые, крутые, классные, либо сухой фонтан, как в городе Павлодар. Очень хороший вопрос. Действительно, у нас городской парк, и, значит, правая часть у нас площадь государственных символов. Там мы проводим все наши городские мероприятия. В этом году сделали цветную аллею, выложили брусчаткой. Значит, посредине у нас Ахсумол, который мы ждем открытия, да. И правая часть, левая часть, она в настоящее время в таком неухоженном состоянии, неудовлетворительном, можно сказать. И действительно, жители нашего города всегда постоянно поднимают вопрос, и мы сами над этим работаем, чтобы не ездить в Павлодар, не в Батырмол, детско-развлекательный парк и тот же сухой фонтан. Мы все это хотим, чтобы было у нас в Ахсу. Значит, мы разработали проект, и туда включили, и вход будет со стороны Ленина по проекту, да, там будет и сухой фонтан. И постарались сделать зонирование, значит, и тут от года до 4 лет, тут и от 4 до 12, да, у каждого по интересам будет своя игровая площадка. Когда начнете? И, значит, ну, здесь... Мы презентовали этот проект акиму области Асаину Хуандовичу. Он поддержал, но прежде он сделал свои замечания, ряд, чтобы улучшить проект. Мы это все ошибки исправили свои, где по его поручению. И предварительное одобрение есть главы региона. Ну, здесь сумма, которую мы городской бюджет не потянем. Здесь поддержка нужна с областного бюджета. И здесь уже, я думаю, в следующем году мы будем уже над этим проектом дальше его продвигать. И, я думаю, в ближайшем будущем у нас будет хороший... Ну, не на следующий год, а в ближайший, наверное, да? Ну, я думаю, ближайший год-два.
Мы постараемся. Бізге қоңырау шалған келесі көрменге назар аударсақ, саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Слышно? Да. Слышно, слышно. Здравствуйте, Нурлан Шайхисламович. Я бы хотела задать вопрос по нашей поликлинике. Вот я многодетная мама, у меня 6 детей. И по состоянию здоровья я часто вот хожу в поликлинику. Вот наша поликлиника поделена на 2 части, и очень неудобно нам. Мне, не только мне, родителям приходится вот с детьми бегать с одного здания на другое. И при этом мы их одеваем, раздеваем, естественно, они потеют, и при этом опять повторно заболевают. И вот вы можете решить нам эту проблему? Очень хороший вопрос, который волнует особенно наших мам. Да? Действительно, в прошлом году, когда я обход делал, рабочий обход, приехал в поликлинику, и там было очень много проблем, в том числе и много было вакансий у врачей узких специальностей. И один из вопросов, это поднимали вопрос по галерее, которая... Переход нужен, между, да? Переход между двумя поликлиниками. Ну, такой проект немного неудачный. То есть нужно было, ну, может, заранее надо было предусмотреть, что особенно неудобно в зимнее время, когда морозы, там для медицинского персонала и так и для наших жителей. Это значит, реально сделать? Мы, вот недавно рабочая поездка акима области была, Асен Куандыч, мы отчитывались по устранению последствий урагана, и в том числе подняли вопрос, значит, по строительству галереи, на что... Им дано было положительное одобрение. Значит, сейчас только мяч на нашей стороне, как говорится. Нам нужно сделать проект. Сделаем проект, и потом уже будем подавать заявку на финансирование с областного бюджета. Словом, это решаемый вопрос. Да, это вопрос решаемый. Я думаю, также нам только нужно время на разработку проектно-сметной документации. У нас есть телефонный звонок, давайте примем. Добрый вечер, слушаем вас. Саламат сатингап тұрмыз. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я житель села Борктал Кызылжарского сельского округа. Мы уже давно страдаем уже дорогой, которую везет в село. Мы уже не раз уже говорили уже об этом. Сколько поднимали вопросы. У нас там обычно весной и осенью бывает там невозможно проехать там из-за слякоти. Там раньше никогда не было въездной дороги асфальтированной. Вот хотелось бы вот попросить уважаемого акима нашего, вопрос такой, будет ли когда-нибудь асфальтировать въездную дорогу в наше село? Скажите, сделаете? У нас просто очень мало времени осталось. Да, до конца эфира, да? Но я хотел бы тоже один из актуальных вопросов. Здесь действительно жители сельского региона, одна из главных проблем – это проблема въездной дороги. И, значит, по Борукталу мы в этом году заасфальтировались въездные дороги в селах Ахжол, Достык, Береке, Пограничник, Енбек, Сырлыхала. Поэтому всего есть план, и скажите. По Борукталу у нас есть программа, как я уже сказал. В 2025 году у нас есть 11 проектов на сумму 870 миллионов тенге. И мы по Барахталу в 2025 году постараемся закрыть этот вопрос. Нурлан Шайхисламович, у нас есть, знаете, традиционная рубрика «Акмы Одессы». Давайте вспомним, что вы пообещали в прошлом году. Біз жылда футбол жарыстарына қатысамыз. Осы жылы футбол лигасына қатыстық. Ол балалармен жасөспірімдердің арасында өткізілді. Ақсу қаласында әкімнен сұрауымыз бар. Біздің футбол командамызға 20 футбол формасын сыйға тартуыңызды сұраймыз. Ақсуда көреді. Мен де жақсы футбол көремін. Мен келесі жылы балаларға футбол форманы береміз. Вы выполнили свое обещание, тоже можно показать нам видео подтверждение. Сирек ауылының футбол командасы. Былтыр біз Ақсу әкімінен футбол формасын сұрағанбыз. Биыл бізге футбол формасын беріп, біз жаттығып жүрміз. Алда өте жақсы нәтиже көрсетуге тырысамыз. Үлкен рахмет. Мен қосымша айта кетейін, осы Оштерек ауылының тұрғындарға енді облыс әкімі Асайын Қуандықұлы Байханов қолдауымен келесі жылы осы ауылда
спорт кешін салынады. Енді келесі мұндай уәде тұрғындардан да осына түскен еді, соған назар аударайықшы. Здравствуйте, уважаемый Аким Нурлан Ага. Мы сдерживаем свои обещания. Мы хорошо учимся и слушаемся родителей. Мы держали свое слово. Пожалуйста, постройте у нас во дворе футбольное поле. На Камзина 31. Мы ходим в другие дворы, чтобы играть в футбол. Нам необходимо футбольное поле на Камзина 31. Нас очень много. Мы хотим играть именно у себя во дворе футбол. Спасибо за внимание. Дети просят. Кыскаша ғана жауап берсеңіз, уақыт шектеулі. Мен историю скажу, как вот он добился футбольное поле. Он каждый день мне писал, вот, у него аватарка, он оказывается... Мальчик сам писал. Мальчик Санжар. С аккаунта Аташки писал. Аташку Жалилиден зовут, кажется. И вот күнді-күнді жұмысқа келем, ол маған жазады. Қашан келесі біздің ауламызға. Қашан, вот балалар тосып отыр. Қазір айтам, қазір балалар шығады. Мен ойлем, ақсақал жазып отыр. Думаю, ну, қартайғанда тиісіз ғой болған соң. Маған жазып, сосын я говорю, жауап бердім, келемін. Ол маған, мен аппаратты жинасын өткізем, ол маған жазып тұр. Келінші біздің ауылымызға. Молодец. Балалар тосып отыр. Сосын келсем, сәлемет, мен сізге, сен жаздың ба? Бала сон маған көрсетіп отыр. Вот, и көп балалар осы Камзина 31 үйде. Сосын мен уәде бердім, келесі жылы біз футбол алаңын орналастырамыз. Сон келесі жылы осы Камзина 31-да уәде беремін. Мы благодарим вас за интересную беседу. Футбол ойнаймыз. Наш эфир подошел к концу. Уже следующий понедельник на этом диване мы ждем Акима города Екібастұз. Я, кроме того, осымен біздің хабарымыз аяқталды. 11 желтоқсан Екібастұз қаласының әкімімен осы жерде кездесетін боламыз. Сізге бүгін студиямызға көптен көп рахмет. Жақсы сұраққа жауап бергеніңізге. Рахмет.